На самом деле у мужиков участь вообще незавидная. Вот честно. Вот нам, женщинам же, что нужно? Нам обязательно нужно, чтобы он был красивый, чтобы у него был хороший размер причиндал, чтобы он нас очень сильно, безумно любил, носил на руках, чтобы он делал нам какие-то подарочки, сюрпризики, чтобы он с нами разговаривал. Обязательно, чтобы у нас были какие-то общие интересы. Обязательно, чтобы он понимал нас полуслова. Но все это нам нахуй не нужно, если он не зарабатывает бабки. Все по факту раскидалось, даже добавить нечего. Я даже больше скажу. Вот вы обратите внимание на разницу между мужчиной и женщиной. Мы же не ищем женщину себе обеспеченную, богатую. Нет, мы ищем в женщине человека, рядом с которым будет хорошо. И не важно, она из деревни, она голожопая, голодранка какая-нибудь. Или менеджер, бухгалтер, врач, медсестра. Без разницы нам. А женщинам, им нужны не наши внутренние качества, не наши какие-то достоинства. Бабки, бабки рулят.